Балет в 3D-очках и московский концерт за чашкой чая в Саратове. Такой комфорт теперь доступен саратовцам. В областной филармонии состоялось открытие необычного зала. Подробности в нашем репортаже. Говорит Москва. Год 2014. И в эти минуты мы готовы к торжественному открытию Всероссийского виртуального концертного зала. Теперь, чтобы услышать легендарный симфонический оркестр Московской консерватории, не надо выезжать из Саратова. В областной филармонии открыли виртуальный зал и дают первый концерт на расстоянии. Онлайн из зала имени Чайковского звучит увертюра к опере Чайковского «Руслан и Людмила». Эту музыку одновременно слышат в 30 российских филармониях. Цель проекта виртуальных залов – сделать шедевры музыкальной культуры максимально доступными российскому зрителю. В режиме прямых включений впечатлениями делятся Белгород, Хабаровск, Рязань, Севастополь. Саратов принял участие в проекте виртуальных залов благодаря инициативе министра культуры России Владимира Мединского. Тот приезжал на открытие Саратовской филармонии после ремонта. Каждый может посмотреть не только вживую, как сегодня, онлайн, но и в записи самые лучшие концерты Московской филармонии, обсудить их, попить потом чаю после концерта. Если это станет популярным, мы обязательно будем поддерживать это и дальше. В саратовском виртуальном зале 141 место и большой экран 6 на 4,5 метра. Современное звуковое оборудование. В планах приобрести 3D-очки для полноты восприятия того же балета. Для кого-то покажется это такая мелочь, но для нас это очень важно. То оборудование, которое сейчас стоит практически больше миллиона, не всегда удается купить за счет своих региональных средств. Руководство филармонии обещает, что послушать концерт в виртуальном зале можно бесплатно, но по пригласительным, которые будут выдавать в кассе филармонии. Планируется периодичность трансляций 2 раза в месяц. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.